Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 21 марта 2021 года, и к нам в Ленобласть вернулась зима. У нас вот столько красивого, чистого, пушистого снега, и вот он как идет красивыми крупными хлопьями. Нашим собачкам безумно нравится. Вы посмотрите, что они делают. Они носятся по этому снегу. Их это просто завело сегодня вот на такие побегушки. Это уже не первая наша прогулка по снегу. Посмотрите, что они вытворяют. Им просто нравится носиться по мягкому, пушистому снежочку. Мы хотим и ждем тут все лето, травку, а собачки наши, чихуашки, радуются снегу. Сейчас мы погуляем с нашими взрослыми собачками и пойдем погуляем с Ромкой, с кроликом с моим. Я в прошлый раз гуляла вот там, за заборчиком, потому что была первая прогулка, я не знала, как он вообще себя поведет на улице. Но сегодня такой снежок, я хочу выпустить его погулять по тропинке в другую сторону, без ограждений, потому что гулял он очень спокойно. Действительно, как собачка, никуда не убегал, он даже бежал, наоборот, к ногам. Ну вот, осталось нам только этих гуленок. Мишута, он снежный пес. Да, Мишута. Сугробы, скажи, ура! Ура, сугробы! Мишута скоро от нас уезжает. Осталось последние 6 дней до отъезда в новый дом, в Москву. Мишута уезжает. В Москве тоже есть снег. Так что, Мишута, не переживай. Снега на тебя хватит. Вот такие гонки они устраивают. Евке очень нравится. Оси он несется. Оси вообще не нужны дорожки и тропинки. Кто бы мог подумать, что нашим чихуашам нравится вот такая погода. И тропинки не нужны. Мишута, лови девчонок. Да, Симона с Евой. Евка вообще в восторге от снега. Гостям нашего канала напоминаю, что в нашем питомнике 4 щенка чихуа ждут своих папочек и мамочек. Один из которых это полностью готовый к продаже Осенька. Ой, ну надо же так разбежаться, чтобы мне даже их не поймать в кадр. Все в разные стороны. На самом деле сегодня прохладно, мне так не очень-то и комфортно. Ну, смотрите, Тони несется. И Теска даже радуется. Мишутка с Евой. И посмотрите, не по тропинке, а вот именно по снегу. Ребята, вы у нас снежные псы. Вам зима понравилась. Вот такие чихуаши у нас. Тесик, иди к нам. Тесса такая, ну я тетя взрослая. Я как-то вот вообще не очень понимаю эти игры. А молодежь у нас веселится. Фима, Фима, Фима. Симочка и Фимочка, две подружки. Мишута пошел их догонять, не выдержал такого напряжения. Сегодня мы еще будем взвешивать барона. Барону несколько дней осталось, ему исполнится 5 месяцев, но по просьбе подписчиков, так как мы давно не показывали барона, мы решили сегодня сделать видео с бароном и с маленькими щеночками. Посмотрим и сравним поведение барона и щенков. Щенки были совсем маленькие, когда в последний раз мы делали видео с бароном. И можно будет посмотреть, сравнить реакцию, когда щеночки уже подросли, поведение барона и щеночков. Ребята совсем ушли в снега, я за ними не смогу туда. У меня все сапожки будут в снегу. И заодно взвесим барона. 25-го барона будет 5 месяцев. Узнаем, как он подрос. У барона выросло красивое жабо. Папа его причесывает. Барону нравится, когда его расчесывают. Ну и посмотрим, как он будет реагировать на наших щеночков. Барон становится старше, становится мудрее, умнее. Папка его воспитывает у нас. Поэтому будем надеяться на хорошее поведение барона. Ой, малыши, я же за вами туда не смогу. Ушли в самую дальнюю часть огорода. Вот кто бы мог подумать, чихуашкам нравится по снегу носиться. Посмотрите, какие гонки.
в самые снега. У них еще игрушка притянута на улицу из дома. У Фимки игрушка. Она с ней носится, а ее догоняет Оська. Тонечка, ходи, ходи сюда из снега, мальчик мой мандариновый. Что, Симон, не догнать Фиму? Ай, безобразие, безобразие. Фима убежала. Куда все дети делись? Где дети? Где дети? О, и Куля в дровишке. Тессонька молодец, вообще на ступеньках. Хо-хо, его все носится за Фимой. Так, здесь понеслась честная компания. Все в разные стороны. Фима, Сосик, Атас. Фимка пушистенькая у нас, длинношерстная. Когда она приходит с прогулки по снегу, она такая смешная, она как снеговичок. Черная в белых снежинках. Ах ты, господи. Игрушку они там делят, не поделят. Смотрите-ка, и лапки сегодня не поджимают. Да, кто-то лето ждет, а кому-то и в снегу хорошо. Мишута догоняет. Ося. Фима всех завела с этой игрушкой. Теперь их домой не загнать. Какая у Фимы вкусняшка. Там и вкусняшка из дома у них утащена. Ох, аж запыхались. Аж запыхались, скажи. А нам не холодно, нам жарко. Мы бегаем, да, Оська? Я замерзаю, поэтому, дорогие друзья, последняя минуточка видео. Я бегу домой, немножко согреюсь и выведу погулять Ромку. Интересно, как Роман у нас отреагирует на снежочек. А потом мы будем снимать маленьких щеночков. И если вам интересно, оставайтесь с нами. Кто не подписан на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые видео, возможно, некоторые из которых станут для вас полезными, не только интересными. У нас ежедневно выходит много видео о жизни наших животных на разные темы. Животных у нас много. И мы рассказываем на канале нашего питомника, как они живут, как они себя ведут, что им нравится, что им не нравится. И некоторым вещам я сама очень удивляюсь. Им нравится вот такая погода, кто бы мог подумать. Маленьким чихуашкам. А вот этот красавец бело-шоколадный, триколорный, Цериус Фортуната, по-прежнему ждет мамочек и папочек. Тони у нас линяет. Интересно, в кого он перелиняет? Какой будет к весне у нас окрас? Энтони мандарина. К Новому году, скажем, мы были мандаринового цвета. А к весне, Тони, какого окраса ты станешь? Ох, Симоночка села дела поделать. Скажи, не все, беготня, надо и дела поделать. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться. Тессонька у нас очень замерзла. Скажи, хочет очень домой. Скажи, что это вы там задумали? Скажи, ерундой какой-то занимаетесь, по снегу носитесь. Пора домой. Всем пока-пока, до новых встреч. Вот видали, как они сами домой ходят? Вот так вот дверь открывают носом и идут. Ой, Тесса, скажи, а я толстая, не помещаюсь идти. Нечего быть толстыми. Вот так вот. Всего домой. А Фимка нет. Фимка будет долго гулять. Это такая гулёна. Это вообще не загнать собаку домой. И Мишута тоже, да. Мишута скоро домой уезжает в Москву. Да, последние денечки гуляем по снегу. Все, дорогие друзья. Тони, домой. Я замерзла. Эй, гулёны. Видали, домой не загнать собак. Столько же у нас градусов-то сегодня, интересно. А, ничего себе, у нас что-то типа плюс 2, что ли. Круто. Ну ладно, поэтому понятно, что их домой не загнать. Это только я мерзну. Дорогие друзья, всем пока-пока. Я замерзла серьезно, а вот ребятам вроде как нравится. Увидимся в новых видео.